Очередная посылка из Китая. И здесь у нас кубик Рубика 2×2. Те, кто видел мои предыдущие обзоры с моими игрушками, может задать вопрос, сколько же тебе нужно двушек. Очередную двушку себе выписал. Ну, в принципе, своей коллекцией двушек я вполне доволен. И заказал эту двушку, потому что эта двушка непростая. А сейчас вот вы видите, какая. Запечатал так вот в пупырышке. Продавец молодец. То есть такие кренделя, которые кубик без пупырышек отправляют в обычном конверте. Вот в таком вот. Целлофановом. И... это у нас моевская двушка. Сейчас посмотрим. Да, ЮПО. Я так и думал, что это будет ЮПО. И вот сейчас посмотрим, какая она на самом деле у нас. Так. Инструкция. Вот такая вот. Ну, стандартная двушечная. Мне такая приходила с Елонгом. С прозрачным. Аж две штуки было. И вот такая вот двушечка красивая, прозрачная. Мою. ЮПО. Но строения нету. Строения нету. Не знаю. Многие там вот на соревнованиях я был фукали. На ЮПУ типа, ой, да это же дешевый ЮПУ, фу. Ну не знаю, мне, например, ЮПУ нравится больше, чем Лингпо. Хотя Лингпо дороже. И все типа рассказывают, что вот Лингпо круче, вся фигня, не знаю. ЮПУ это такая вот бюджетная версия дешевая. Где-то в два раза он дешевле, чем Лингпо, но... я крутил на соревнованиях именно ЮПО, и мне он нравится, как крутится. У меня цветного пластика есть с голубым и розовым. Вот себе вот еще такой прозрачненький взял. Но на соревнованиях его крутить точно нельзя будет. Шел мне 2 месяца он. Я 2 раза там по 10 дней продлевал. И думал, что уже все не дойдет. Надо открывать спор. Но он все-таки мне дошел. Итак, покрутим же сам кубик, что он себе представляет. Сухой, абсолютно сухой. Ну, сейчас проверим, как он крутится. Крутится обалденно. Точно так, как и собрат старший трешка Илонг из цветного пластика, крутится без смазки обалденно. Класс, вообще класс, обалдеть. Давайте попробуем углы. 45, режет. Отлично режет. Обраточка 45. Режет. Ну, что могу сказать. Только у меня впечатления положительные, что трешка из цветного пластика прозрачного, без смазки, крутится. И углы режет, что вот... двушка. Ну, то можно сказать, мою фуфла не делает. Еще давайте покрутим его. Класс. Кубиком довольный, крутится обалденно. Без смазки крутится довольно-таки классно. Прикольное такое строение, вот в середине все видно, он. Болты, шарик он, вокруг которого уголки эти все крутятся. Класс, кубик классный, для коллекции обалденный, ну и крутить тоже можно, тренироваться, потому что он крутится нормально. Не лопатит нифига и летает. Без смазки. А если еще смазать, это вообще будет песня полная. Так что кубик классный.
Упакован тоже классно, пупырышки, все как положено. Кто хочет себе такой ЮПО недорогой в коллекцию, который классно крутится даже без маски, угол 45 режет легко, оно еще больше, а больше конечно нет, а 45 вот легко. Переходите по ссылке и заказывайте.